сожалению, одному ходить по пещере просто так нельзя, только в составе группы. Поэтому пофотографировать хорошенько не получится. Ну, в принципе, интересно, я не знал, что пещеры, они такие большие. Красиво очень. А вот интересное место. Вода течет, и получилось такое целое озеро. И там внизу, на самом деле, это просто отражение. Оно как зеркало. Отражение. Сосульки. Снизу ничего нет, снизу вода, понимаете? Красота. Это все еще вода. То есть, понимаете, тут сосульки только сверху. А снизу, на самом деле, просто ровная гладкая вода. Но все настолько ровно, что этого не видно. И кажется, что внизу что-то есть, что внизу тоже сосульки. На самом деле нет, это просто отражение. Невероятно. Вот смотрите, внизу тоже вода. Вот тут внизу, вот видно, брызги пошли. Внизу ровная вода. Там ничего нету, там нету сосулек снизу. Сосульки только сверху. Но это не верится. Это просто не верится. Кажется, что под водой что-то есть. Наверное, интересно было быть теми людьми, которые нашли эту пещеру, открыли. Можно было бродить сколько хочешь, где хочешь. Сейчас только по тропочкам, аккуратненько, ничего не трогая, чтобы оставить, сохранить это. В пещере пахнет, как в батином гараже, в погребе. И сделано все аккуратненько. Везде подсветочка, плиточка. Ну, в гараже были доски, но чувствуется подход. Красивая пещера. Большие потолки. А вот начинаются уже нормальные залы. Высота, не знаю, по множество человеческих ростов. Очень красиво, очень высоко, очень красиво. Ну это вообще прям весь зал в сосульках. Весь зал с огромными потолками в сосульках. В самых разных формах. Прям
прям красота. Прям, прям дух захватывает. Some of the best rock music you've ever heard. Our next stop will be at our last view of Pluto, so we will be going up the hill, so take your time. Так в пещере влажно очень. Красота, конечно, но дышать, прямо скажем, трудновато. А выход из пещеры. Такой прямо туннельчик. Несмотря на то, что гид спросил ничего не трогать, молодежь на выходе висит на стенах, хлопает на стену. Ну, как бы такое. Какой же я старый.